Ну, наше сейчас руководство, наше правительство очень долго терпело. Было две волны санкций, вот третья волна, которая уже просто нереально выдержать. И наше руководство решило, что надо на них ответить, на эти санкции. Это совершенно правильно. То, что ограничили ввоз продуктов, сельхозпродуктов, это на самом деле классно, потому что полки были забиты привозной продукцией. Наша сельскохозяйственная промышленность не могла туда пробиться. Эта ниша бизнеса была совершенно забита. Это, наоборот, гарантирует России новые рабочие места, новое развитие именно сельского хозяйства. Мы будем есть чистую экологическую продукцию.